Приветствую вас. Я бы сказал, что на данный момент у вас очень много обиды. Я бы сказал, что на данный момент у вас очень много эмоций, у вас очень много чувств, да, в том числе вот, чувств таких, ну, достаточно негативных чувств. Вот. И, соответственно, как-то вот я так рискнул предположить, что, возможно, эти чувства, они вам сейчас, ну, несколько не позволяют посмотреть на ситуацию, вот, в которой вы оказались, да, немножко по-другому, то есть не позволяют вам увидеть эту ситуацию под другим углом, увидеть эту ситуацию немножечко иначе. Ну, вот. Конечно, это не значит, что вы должны обязательно эту ситуацию видеть так, а не иначе, да, не обязательно. И не, может быть, даже и не должны. Вот. Но если вы хотите, условно говоря, чтобы вы перестали чувствовать себя униженной, да, и чтобы по отношению к вам было немножечко другое отношение, вот, то, мне кажется, необходимо себе разобраться в своих чувствах, выразить их в той или иной степени, в той или, ну, в том или ином виде, в той или иной форме, да? Вам в этом, кстати, вполне может помочь психолог. Вот, то есть вам в этом может помочь психолог, вот, и уже тогда, после того, как ваш чувственный тонус, давайте вот назовем это так, будет немножечко снижен, вот, а вот тогда уже можно будет говорить о том, что делать дальше. Тогда уже можно будет говорить о том, как себя вести и так далее. Вот. Понимаете, какая штука. Потому что сейчас, мне кажется, ну, вы просто не способны воспринимать какую-либо обратную связь, да, в отношении этой ситуации. Хотя я, безусловно, понимаю, что вам больно, что вам тяжело, что вам некомфортно, что вам плохо, да, и так далее. Вот. Я понимаю вас, но как бы такой здесь есть момент. Вот. Что еще можно сказать? Ну, наверное, я бы сказал, что если вот как-то брать вашу ситуацию в целом, да, то я бы, знаете, как вот эту ситуацию бы описал.
А я бы описал эту ситуацию так, что все смешалось в доме, например, например, в доме балконских, да, то есть, вот, знаете, есть вот такой, есть такой, такое высказывание. Есть такое высказывание, вот. И вот мне кажется, что это высказывание, оно в какой-то степени про вас, потому что у вас здесь и личные отношения, у вас здесь и отношения профессиональные, и все это у вас, условно говоря, как-то смешивается между собой, понимаете? Вот. И, естественно, вам трудно. Естественно, вам тяжело. Понимаете? Поэтому мне кажется, что для начала вам нужно разграничить эти два момента. Вот. Дальше. Следующий момент. Следующий момент. У вас есть, как бы, наверное, неуверенность в себе, и склонность, сравнивать, себя с другими, да? То есть болезненно воспринимать какую-то борьбу. Вот. И это вносит определенное напряжение. Вот. И определенный такой, определенный элемент сверхмотивации. Вот. Ваше поведение. К сожалению или к счастью, ну понятно, что скорее к сожалению, чем к счастью, безусловно. Вот. Это тоже, как бы, достаточно важный момент. При этом вы не можете уйти с работы, и при этом начальник ваш для вас важен настолько, что его мнение для вас является, ну, я не знаю, если не определяющим, то, ну, наверное, очень значимо. Вот. И вот тоже момент достаточно интересный, на мой взгляд. А почему или каким образом вот мнение этого человека для вас стало таким важным, да? Таким важным, таким значимым. Ведь, наверное, что-то на это повлияло. Вот. Но что на это повлияло? Конкретно. Ну, нужно выяснять. То ли, что он вам в отношениях отказал. Например, этот отказ вас как-то вот деморализовал. То ли что-то еще, что-то другое, да? Вот. Но так или иначе, на мой взгляд, это нужно
разбирал. Потому что ситуация достаточно болезненная, тревожная, изматывающая вас. Вот. Тяжелая для вас. Вот. И хотелось бы, конечно, вам как-то помочь. Вот. Хотелось бы вам как-то помочь. Ну, для этого нужно понять, как вы вообще в этой ситуации оказались. В принципе. Вот. А дальше. Значит, так. Значит, как себя вести, чтобы себя не унижать? Ну, наверное, перестать обращать внимание на мнение человека. Вот. И значит, заниматься исключительно только своими интересом, да? Только так, мне кажется, вы сможете чего-то добиться, чего-то достичь. Пока что вы заняты тем, что пытаетесь заискивать перед начальником, который это использует и вами манипулирует. Другой вопрос, я уже об этом говорил, да, но повторю еще раз, почему этот начальник стал таким важным для вас? Вот. Дело в том, что это может человек, который напоминает вам кого-то из ваших родственников, собирательная фигура, родительских образов, например, или что-то еще, да? Совершенно очевидно, что в какой-то степени вы от него зависимы. Если вы от него зависимы, то вы, ну, и в какой-то степени зависимый партнер, получается. Вот. И если партнер вы, значит, зависимый, вот, то нужно, конечно, с этим работать. Да, чтобы, ну, помочь вам из зависимости выйти. Вот. Ну, из зависимости выйти, перестать быть зависимым. Вот. Понимаете, какая штука. Это достаточно важный момент, на мой взгляд. Потому что, ну, вот, это все мешает вам. И мешает вам достаточно сильно, к сожалению. Пока что, я думаю, таким образом можно ответить вам на вопрос, на ваш, который вы задаете. Значит, смотрите, как прорабатывать чувства, да? Можно, значит, в принципе, через технику катарсиса, да? Вот.
Можно это делать самостоятельно, а можно это делать, и с психологом. Вот. Ну, лучше, конечно, если это будет психолог. Вот, потому что с психологом это будет более эффективно. Вот. Значит, вот то, что я могу вам сказать, то, что я хочу вам сказать пока что на данный момент. Вот, и надеюсь, что вам это было полезно, как минимум, и интересно. Да? Вот. Еще один момент заключается в том, что вы пришли в эту ситуацию, да, уже, мягко говоря, униженный, к сожалению. То есть это не просто так, что вот это как-то ситуация случайно произошла. Нет. Вы пришли в эту ситуацию уже униженной. Вы пришли в эту ситуацию уже с подорванной самооценкой, да, и с потребностью доказать что-то такому человеку, как условно ваш начальник. Понимаете? Вот так это, к сожалению, работает. То есть я понимаю, грубо говоря, что ничего хорошего в этом нет, да, но вот пока что такой вот момент. И опыт ваш, именно опыт, он, поскольку вот кроется немножечко у других вещах, да, вот, то, важно прорабатывать ваш прошлый опыт. Я бы так сказал. Вот. На этом, в принципе, все. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что вам было это полезно. Я надеюсь, что вам это было интересно. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Я надеюсь на обратную связь. Вот. Всего вам самого хорошего.